Всем привет, с вами Артур, и сегодня буду ремонтировать заднее крыло. Вот такой Volkswagen ко мне приехал, с такими вот повреждениями. Как ни странно, бампер чуть-чуть только поцарапан, а крыло помято. Итак, для начала разбираю заднюю часть машины, чтобы был доступ к заднему крылу. Вот. Машинку разобрал, и сейчас первым делом я выдавливаю сам залом. Итак, крыло я выдавил, и теперь я хочу вытянуть саму арку. И теперь вопрос, сколько же ее тянуть? Немного привемся, и я вам сейчас расскажу. Итак, хотел вам рассказать, как при помощи лазерного нивелира измерить вынос арки. Ну что, сначала измеряем с небитой стороны. Включаем вертикальный уровень и от верхнего кантика крыла выставляем его на 10 сантиметров. Затем измеряем низ арки. Как видим, 3 сантиметра грубо. Здесь есть. И переходим на другую сторону. На другой стороне делаем то же самое. Включаем вертикальный лазер. От кантика выставляем 10 сантиметров. И измеряем также низ арки. Как видите, 4,5 сантиметра. 4,5 сантиметра минус 3. Получается 1,5 сантиметра. Арочку нужно вытянуть. Ну, в общем, как-то так. Возвращаемся к ремонту. Ну что, продолжаю ремонт заднего крыла.
Итак, работа с металлом как бы закончена. Теперь осталось примерить бампер, установить фонарь, посмотреть зазоры. И тогда можно будет отдавать на покраску. Ну, зазоры good. Разбираю и отдаю машину на покраску. Ну что, крыло покрасили, я собрал машину, и теперь вы можете увидеть конечный результат. Ну, а у меня на этом все. Я с вами прощаюсь. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!